забег «Бегущая книга». Цель нашей акции – это популяризация библиотек и стимуляция интереса к чтению. Сейчас мало кто читает, так что мы пытаемся восстановить Россию в том, что это будет самая читающая страна. Три сестры, правильно. Она рядовая вязалка, отец Горевош, сын полка, крестная, кто там отец? Да, все правильно. Как у вас хорошо получается. Детские годы Багров, внук. Правильно. Я как-то читал, да. Хорошо, у вас, значит, воля к победе, целеустремленность и широкий читательский кругозор. Вы просто подзабыли чуть-чуть, давно читали, не перечитывали. Ну, такое, да, не читаю. Ну, наверное, моя дочь ведьма преклонилась. Хорошо? А теперь посложнее. Вся семья вместе. Так и душа. На месте. На месте. Еще. Так, что-нибудь. Заработали вы книгу. Вот вам что такое хорошо, что такое плохо. Будете Спасибо. Читать, будете Это знать. Вам пополнение в вашу семейную библиотеку. И давайте сделаем общее фото. Можно?